Всем привет, меня зовут Дима Тумановский, вы находитесь на канале Infinity Weapons Craft. Сегодня хочу сделать небольшой обзор макета ВСС Винторез. Начну с приклада, выполнен он из самой обыкновенной фанеры. Фанера использовалась толщиной 6,8 мм. Склеивалась, обрабатывалась, затем покрывалась морилкой и лаком. Цвет морилки – лиственница. Лак прозрачный, глянцевый. Тыльник конструктивно является единым целым с прикладом. И для того, чтобы визуально он был похож на отдельный элемент, фанера в этом месте зашпатлевывалась. Сзади приклеены ребра жесткости, вырезанные из пластика. Ствольная коробка вырезалась также слоями, но уже из МДФ, толщиной 6,8 мм. Грунтовалась белой акриловой краской. Красилась в черную матовую аэрозольную краску, как и вся металлическая часть винтореза. Глушитель выполнен из 32-й канализационной трубы, точнее из двух таких труб, насаженных одна на другую по схеме Евгения Фатьянова. Еще никто не смог придумать лучший способ создания шероховатой поверхности на глушителе и цевье, как приклеивать мелкозернистую наждачную бумагу. Я так и поступил. Получилось достаточно красиво и близко к оригиналу. Мелкая детализация типа мушки на глушителе и ребер на ствольной коробке вырезалась из 2-мм полоха пластика. Что касается ПСО-1, он выполнен из 32-й пластиковой трубы, на которую надевалась 40-я муфта. В местах соединения использовались переходники все той же 32-й трубы. Маховички делал из 25-мм полипропиленовой трубы. Верх закрывал все тем же ПВХ-пластиком. Стекла спереди и сзади вырезаны из листового жесткого прозрачного ПВХ. Крепление ПСО выполнено из МДФ и приклеивалось к самому прицелу с помощью эпоксидного клея. Также эпоксидка использовалась в склейке глушителя и приклада к ствольной коробке. Магазин в коробке держится по большей части за счет хорошей подгонки по размеру. И кроме того, на него приклеены два неодимых магнита, как и в шахту магазина, для предупреждения курьезных случаев с выпаданием магазина после перезарядки. Это были основные моменты, по которым я хотел пройтись. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, а также мою группу ВКонтакте, в которую я выкладываю много всего интересного про оружие. Всем удачи и до новых встреч!